кубковое состязание, скажу вещь банальную, все-таки очень не похоже на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Все решает только победа и только сегодня. Но проигравшему, как говорится, уготовано забвение. Поэтому сегодня нам предстоит посмотреть настоящую битву. Рауль. Хорошо. Неста. Мяч в воздухе. Неплохой пас верхом. И команда забивает гол. А вратарь-то был просто беспомощен. Не в силах дотянуться до мяча. А кто в этом виноват? Конечно, сам. Что ж, и эта нога у него не для ходьбы. Вполне сойдет и для игры. На 4-й минуте мы уже... Es war zu subtil, um es zu begreifen. Es lag auf der Hand. Пирло. Янковски. Ну, еще немного, пожалуйста. Эмерсон. Подкат был выполнен идеально. Робиньо. Эмерсон. Диара. Бекхэм. Какая возможность? Ха, сам удивился. Так легко все прошло в первый раз, а сейчас вдруг мимо. Раз на раз не приходится, иначе все бы забивали ежеминутно. Диара. Сисиньо. Эмерсон. Очень техничная игра головой. Получает мяч Кака. Мяч у Карлоса. Точный длинный пас. Диара. Игрок передает мяч. Классный пас. Мяч, ворота! Команды поравнялись на счете 1-1. Как же быстро меняется настроение в ход игры, когда счет снова становится равным. Блестящая кружевная комбинация. Как они мячик-то перебрасывают. Классное владение мячом. Бильё и промах. Вот как! Замечательный удар, опасный. Мне нравится. Кака. Гаттузо. Сдержали атаку. И мяч отправляется вперед после сильного удара голкипера. Игрок пропускает мяч. Сисиньо. Эмерсон. Кафу. Подкате сыграно точно в мяч. Замечательно. Пирло. Атака захлебывается. Конечно, рискованная передача, но какое обострение. Кака. Мяч вброшен в игру. С мячом Бекхэм. Сисиньо. Мяч находит свободного игрока. Самое сложное сейчас точно рассчитать подачу. Аут, вбрасывание из-за боковой. Ну что ж, у команды есть все шансы для хорошей атаки. Этот парень легко пройдет любого защитника.
Он все-таки остановил его. Вынос. Диара. Это Бекхэм. Рональдо. Когда остановил мяч. Выноси его. Сисиньо. А вот и пас. Рональдо. Защитник выручает. Вратарь сильно бьет вперед. Эмерсон. Бекхэм. Многообещающий удар. Ой, я бы сильно испугался, если был бы вратарем, потому что отразить такой удар непросто. Серхио Рамос. Мяч у Карлоса. И теперь Бекхэм. Диара. Рональдо. Славный удар головой. Диара. Серхио Рамос. Ну же, какой шанс. Ну вот упущена хорошая возможность забить. Мог бы хоть во вратаря попасть, что ли. Канаваро. С мячом Роберто Карлос. С мячом Бекхэм. Мяч уверенно взят вратарем. Пирло. Мне иногда кажется, что он сам по себе играет, но команда не помнит. Кафу. Удар в расчете на то, что вратарь потерял бдительность. Вратарь посылает мяч далеко вперед. Янкуловский. Жландино. Прекрасно закрученный мяч. Конечно, и игрок тут не полностью извлек выгоду из положения. Но как тут справишься, когда в воротах стоит такой мастер своего дела? Зубастик контролирует мяч. Пиро. Прекрасная игра в отборе на чужой половине. Гаттузо. Можно играть. Удачный пас. Невероятно. Красивый отбор. Защита играет четко и быстро. Диара. Бекхэм. Защитник получает мяч. Перерыв. Счет 1-1. Итак, 15 минут команды потратили на беседу с тренером. О чем же они договорились? Сейчас узнаем. Хорошая передача на половину соперников. Диара. Это должен быть гол. Слишком простой мяч для этого вратаря. Тяжело в учении, легко в бою. Так говорится. Вратарь этой команды на тренировках не бездельничает. Мяч взят превосходно. Хорошая школа. Пас, класс. Мяч у защитника. Диара. Рональдо получает мяч. Рабиньо. Вратарь отбил мяч. Мяч гол. Теперь они ведут со счетом 2-1. Но это просто замечательный гол. Наблюдать за такой игрой одно наслаждение, как в кино. Ну что ж, мы занесли 5 неудачных атак. Ворот от этого игрока. Но в итоге свой гол он все-таки забил. Защита на стороже. Жлардино. Ну что придумает Зайдов? Просто необходимо будет максимум за это. Это Бекхэм. И пошли, пошли, пошли. Пиро.
Роналдино. Хорошая схватка. И теперь Бекхэм. Так далеко, так точно. Диара. Жлардино. Это Рауль. Кто же сумеет принять эту передачу? Серхио Рамос. Диара. Оборона контролирует мяч. Наверное, сейчас будет гол. Это шанс на гол. Блистательный гол. Стало полегче. Счет пока 3-1. Хорошо, хорошо. Второй тайм идет полным ходом. И лидирующая команда имеет 2 гола преимущества. Такое впечатление, что матч можно уже заканчивать. Рауль получает мяч. Вся команда в атаке. Подача. Вынос головой. До миллиметра уровень подкат. Судья не остановил встречу. Вновь ошибается вратарь. Соперники будут пробивать пенальти. Арбитр подает сигнал. Отбивает мяч вратарь. Игрок выбивает мяч головой. Лоренс Зелдор с мячом. Занятно, занятно. Надо же, сколько игроков участвует в атаке. Рауль. Ну давай, ничего, задеваться некуда. Он был обязан остановить нападающего. Пиро. Игра не остановлена. Это почти гол. Отличная реакция и скорость игры. Ох, очень опасная для мяча. Арбитр вполне может показать карточку. Судья молодец, выдает сегодня грубо играть. Желтая карточка за этот подкат. И нечего жаловаться. Очевидно, что это желтая карточка. Ситуация была... Игра сваливается в жесткую, грубую, порой даже жестокую борьбу. И нападение теряет мяч. Точный прицельный пас. Хороший. И это гол! Вот это класс! Как же хочется еще таких голов! И еще! Надеюсь, команда услышит мой призыв. Игрок немножко замешкался и тут же потерял мяч. Блестящий пас. Блестяще сыграно. Я прямо чувствую вкус этой передачи. Становится скучновато. Но сколько еще будет продолжаться это топтание в центральном круге? Прихвачен мяч! Опасно! Смещен Рауль. Совершает подкат. Игрок помахнулся по мячу. И главное не заигрываться в этой ситуации. Вот так быстро, практично защитник приводит мяч сразу в линию атаки. Вся команда в атаку пошла. Какая игра! Игрок выносит мяч головой. Как хорошо, когда защитник владеет таким пасом. Эмерсон. Рауль получает мяч. Вратарь дотянулся до мяча. Им представляется отличный шанс. Угловой. Точно играет футболист головой. Серхио Рамос. Теперь мяч у защитника. Получает мяч Кака. Нападение множества вариантов. Будет ли гол? Обращается с мячом, что клянусь, в следующий раз он забьет.
Слаженная игра. Диара. Удачная комбинация. Нарушение правил на поле. Рональдо. И еще один гол. Ставит галочку. Но нельзя настолько близко подпускать таких опасных игроков. Ворота были в двух шагах от него. Вот промыло. Разница в счете становится. Получает предупреждение. Уверен, арбитр не рад. Но арбитр не рад опасной игре. Команда получает уже вторую карточку за встречу. Я думал, ошибется. Пробьем. Как вовремя они разрядили обстановку. Диара. Матч завершился. И завершился он разгромом одной из команд. Ну что ж, результат очень неприятный. Такое впечатление, что первый гол в начале игры буквально выбил почву из-под ног футболистов. Ну что ж, Василий Уткин и Василий Соловьев прощаются с вами. До свидания.